Всем хаюшки, с вами Амбрелла, и вот она, долгожданная серия GTA 5. Я не знаю, что делает сейчас Харли Квинн, она, по-моему, просто обалдела и показывает во все камеры, просто факт мне показывает, да. Так, 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 тихо, 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 хорош друг друга просто бить. Видите, лужи крови, это все они друг друга убивали, я их еле собрала, это просто капец какой-то. В общем, представляю вам Харли Квинн, она же Crazy Squirrel, я не знаю, как тебя еще назвать, вот поздоровайся, я не знаю. Блин, я действие забыла. Ты можешь поздороваться по-человечески. Также это сегодня Дон Кукуз, это Антон, привет. Так, приходим, вот, и еще у нас с нами играет сегодня Макс, который никак не починит микрофон, это тебе, Макс, я говорю, и никак не присоединится к нам в скайпе, так что он сегодня нам пишет, вот. Я все придумала, вот эти красные лужи, это, короче, мы для тебя, типа, дорожку сделали. Спасибо, я пойду по кровавой дорожке, хорошо. Так, да блин. Что вы там удумали? Опять у меня содрогается дом, они опять что-то взрывают. Это просто, что вы творите? Можете мне сказать? А, да, кстати, вот мой персонаж, познакомьтесь, да. Она тоже частично похожа на меня, так что совместите персонажа в Sims и персонажа здесь, и получится я. Так, куда мне выходить? В гараж или на улицу? На улицу. Ну, давайте на улицу, да. А мы машина, тебя встретим. Да у меня как бы своя гламурненькая розовая есть. Ну ладно. О, господи. О, господи, что? Вот это привет. Я промахнулась. Я хотела по тебе ударить. Дурында. Не понял. Что за... Алло, у меня такая хрень. Что за хрень происходит? Вы ментов еще позвали ко мне в гости, да? Спасибо. Слушай, откуда их тут столько? Меня сейчас убили. А я не знаю, откуда их столько. Меня тоже почти убили, вы понимаете? Пришли в гости. Будем прятаться вместе. Куда идти, блин? Где он? Кто? Да Макс пишет там. Куда идти, блин? К нему на карту смотри тогда. Что? Нифига себе. Он мне подарил. Я не знаю, что мне подарил, меня убили раньше, по-моему. Меня лично убили. Меня как бы лично тоже. Отличное начало вообще серии. А, так это и был подарок, чуть не раз. Так. Давайте, короче, куда-нибудь поедем, потому что что-то тут ментов очень-очень много. Блин, дома что-то. Так, я вижу Антоху на ментовской машине. Да. Господи, что вы удумали? Так, ну окей. Ну мы садимся, нет? Я не знаю, что он ждет. Значит, нет. Опа, чего? Чего? Я что-то вообще тоже ничего не поняла. Я тоже что-то не пойму ничего. А вот он сам нашелся, да? Вон, Наташа за рулем. Перепутали. Амбрелла, уходи! Кто это? Садись быстрее, там бомба липучка. Быстрее! Садись! Куда? А у него что? У него она двухместная. А, это для тебя, это не для меня. Ой, всё, отведу. Так, 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 куда мы поедем? Погнали. Вы охрана? Погнали в парк. Как бы я охрана. Поехали в парке. Попытаемся. Что ты творишь? Объясни, пожалуйста. Что вы делаете? Что за жесть вообще творится? Да блин, да выключи, в самом деле. Поехали, поехали. До дома надо доехать просто, я
в гараже же посмотрю, но... Что, что он творит вообще? Куда он едет? Что за жесть вообще творится? А вы там, да вы там столбы косите вообще, что вы делаете? Зачем нам банк? Тем более в секрет. Нет, не понимаю. Йен, нет, блин, я же стерла йен. Какого хрена? Нет. Направо. Если не фарк. Ну кому фарк, а кому баблом. Ну да. Потом фарк. Нет? Сначала за баблом, а потом фарк. У него открытый, нет? Нет, у него машина открытая. Почему это благая штука вообще? Ты его дверь снес, идиот. Так, ладно. Ничего не видел. Ну ладно, да. Я не скажу, открыла. Что? Что это? Я хожу. Я что погорит. Что, прошу, куда, прошу, зачем? Это не у меня жопа погорит, это у Макса жопа погорит. Что делать, блин? Так, короче, мы в банк зашли. Короче, ты Макс, у меня все дико начало лагать. Да я постараюсь, но я думаю, он будет рад, когда услышит это все на видео потом. Он просто очень рад. А он же видео будет смотреть. Да. Это не я, это все Антон. А что я? А кто мне сначала дверь снял, а потом выстрелил? Я тебя не заставлял к лимузину ехать. Какому лимузину? А, так у тебя на лимузине бомбочка стоит. Да, блин, я заблудилась, тут в здании вообще застряла. Да иду, 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 иду. Поднимайся. Поднимайся. Ну, или поднимайся. Ну, ничего, и куда? Что это вообще за место-то? Что за человек по столам ходит, а ну? Взял ноут, чей-то уронил. Ну, как не стыдно, блин, реально. Что тут вообще делать-то надо? Ну? Ну? И чего? Не пойму, что это. Если твое место, а где мое место? Я чуть не поняла. О, я тоже сюда заходить могу. Или это намек, что я в банке работаю? Это к чему сейчас было вообще? В смысле, в этот банк можно заходить? Да, тут можно ходить по, ну, это самое, по комнатам. Я как бы тоже тут хожу, я пытаюсь за вами. Макс бухает вообще, ходит. Слушай, я с ним больше в машину не сяду, он идет бухает. О, господи, блин. Антоха, блин. А ну иди сюда. А ну иди сюда, сейчас тебя догоняется. Иди сюда. Ну прям как в ДБД, слышишь, обходишь, я ее срезаю, короче. Что ты делаешь? Ты у алкаша, ты в курсе, что ты у алкаша просто взяла, выбила бутылку сейчас? Господи, что происходит? Да. Что творится вообще? Я при чем? Что, ну вот? Где? Ну? Ну? И чего? А чё, там? Ох ты! Ребята, здорово всем! Так, да уйди ты своими кулаками, слышишь, Маша вообще обалдела. Так замахнулась еще. А, да, обалдела. Что за месиво, блин, творится? Что? У меня опять жопа горит. Господи, что это? Вообще, она, ребята. Что вы делаете? Подожди, он что, решетки пили, что ли? Я сейчас реально не пойму, что он делает. Он все халявом, ребята. Почему не обратно будет? Что вы делаете? Хотя гламурная базука, слышишь, вообще. Жесть. Так. Мы вообще-то собирались в парк так-то вообще.
Зачем мы в этот банк заперлись, я не в курсе. Курсе. Ты там. Иди сюда. Где я тебя убью там? Со своей розовенькой винтовочки. Кто? Убила. Хреновы. Назад, это куда? Назад, блин. Что? Стоп, куда? Я запуталась, что, куда идти? Вниз. Вообще, блин. А, нашла, вот. Точно, мы же так шли сюда. Он еще тут ком завалил, точно. Что, точно. Все, иду. А как человека из машины? Это палевный вопрос был. Отлично. Меня когда-нибудь перестанут убивать, нет? Да. Да? Мне так все говорят. А потом, о, да че ты, садись, да ладно, что, я тебе не буду что, больше. Что, что, чего? Что, что ты тут делаешь вообще? Прыгать тебе, говорят. Ждем остальных, в смысле? Иди, а, идите да? Сюда обратно, короче. Забодали. Я как бы в парк хочу. Я как бы тоже в парк хочу. А можно четвером? Да, можно четвером на колесе бассейн. Или нет, вдвоем только можно. Там выходите, осторожно. А что? А что там? Или кто-то уже попал. О, все. Идите особо. Ага, я знаю вас. Что, а где двери? В какие двери выходить? А, вижу, все. Это кошмар какой-то вообще. Что там опять происходит, блин? Это Антон зацепил полицию. Здорово. Слышишь, блин? А нет, Соня, с ним поехали. Вообще не прикольно, слышишь? Он опять бомбы или пучки кидает. Ах ты, зараза. В смысле? Они забодали. Подожди, какая-то машина стоит. А, наверное, подумал. Все. Это было эпично. Амбрелла погиб. Ну, как бы да. Как бы есть такое. Так, а где я теперь? Я кого-то вижу на дороге. Это я. Иди сюда, родная, я тебе кулаком тебя встречу. Иди сюда. Если меня машина раньше не собьет, только... Я нашла. Все, надо убегать надо. Смотри, трэпдор. Смотри. Что? Иди сюда. Что? А почему над тобой цель сейчас была? Я люк нашла. Ну все, прыгай. Нет, нельзя. Ага. Скотина. Иди сюда. Давай. Не стой, подожди. У скля вообще вырвало у меня вообще это. Короче, взяла мне вытянула из машины. Я? Мецца для всех садитесь. Да, мецца для всех садитесь. Мы же выпустим его под карту. Я? Ладно. Поехали. Я готова. Стоп. Подали. Залезайте, блин, уже, ну. Я забыл. Да, блин, вы достали, поехали в парк уже. Что вы творите, блин? Слышите? Меня потеряли. Ребята! О, ни одного меня потеряли. Давайте быстрее, блин, ну быстрее. Я... Да, что? Хорош бомбами бросаться, слышишь? О, плющит. Ты в другую сторону кидай по ментам, блин, что пустой? Да.
Ах ты, ё-моё, блядь! Зачем на неё? Дон как один не психопат, понял? Подписали внизу еще. Ну да. О, боже мой. Ой, чё вы все втроём в разных местах? Это кто? В общем. А, нет, я замбрала. Что я хочу вам сказать, ребятушки? Уедете за нами или нет, ё-моё? Да едем, сейчас машину найдём. Это меня допадывается. Давай. Спасаем, да, давай. Что происходит? Ты меня слышишь, нет? Белка, я слышу. Ну, попрощайтесь. Ой, капец. Просто капец. Решили напоследок... У меня амбрелла в машине заснула. А, пропала. Не заснула, меня убили, дуренькая. А меня показывает, что ты поспала там. Ну, я поспала, да. Потом проснулась, конечно. В общем, я наконец-то на этом заканчиваю. Заканчиваю уже пятый раз, наверное. Вот так тебя напоследочек. В общем, спасибо всем за компанию, за просмотр вдвойне. Спасибо, если вы досмотрели до конца. С вами была Амбрелла и мои друзья по вот этой вот безбашенной игре. Дон Кокоз. Попрощайся с людьми. Это была Белка. Безумнейшая. Западали. Белочка. Попрощай. Белочка, как ты могла? Все, Белочка, давай. Прощайся. Я уже 10-й раз прошу тебя попрощаться. 18-й не хотела. Я читала. Я слушаю. Я слушаю. Ой, а Макса не надо. Ты меня не слышишь, да? Я говорю всем пока. А, неужели? Она сказала это спустя 20-й раз. Нет. Так. Сейчас мы Макса тоже попросим попрощаться. Настал момент. А, настал момент. Я тебя сейчас найду. Ну. Это невозможно. На карте вижу. Это невозможно. Ну вот, в общем-то, я Макс тоже вам написал. Что ж, еще раз всем спасибо. Еще раз всем. Пока.